каждый из нас рано или поздно решает изменить свою жизнь. И изменить свою жизнь не просто в том, что что-то сделать, а каждый из нас знает о полезности физических нагрузок. Поэтому, начав заниматься физическими нагрузками и не имея при этом никакого опыта, или физкультурного, или медицинского, или хотя бы какого-либо образования, очень часто мы можем физическими нагрузками себе навредить. Мы должны для себя ответить на несколько вопросов. Зачем нам заниматься физическими нагрузками? Что мы от этого будем иметь? Получим мы улучшение качества жизни? Не будем ли мы себя хуже чувствовать? И вот именно эта программа нужна нам только лишь для того, чтобы профессионально кто-нибудь мог бы ответить на эти вопросы. Именно в этой программе мы будем отвечать на интересующие вас вопросы. Какова цель вообще занятий физическими нагрузками? Одни хотят похудеть, вторые хотят улучшить свое самочувствие, третьи наоборот хотят поправиться, четвертые хотят выглядеть лучше, а пятые хотят достижения каких-то целей. И поэтому каждая цель имеет свое медицинское обеспечение. Мы готовы ответить на все вопросы, которые вы будете задавать, как правильно подобрать нагрузку, как правильно питаться при этом, как правильно бегать на беговой дорожке, как правильно растягивать связочный аппарат, как правильно при этом делать массажи и что надо делать для того, чтобы вот качество жизни изменилось. Бажаєш бути здоровим – бігай. Бажаєш бути красивим – бігай. Ці прописні істини могли би стати девізом такого виду спорту, як легка атлетика. Але що це за спорт і які його особливості? Давайте розберемося. Легка атлетика – це 44 види спорту, які об'єднані в одну назву – легка атлетика, яка, на жаль, не така вже й легка. У неї входять біг, стрибки і метання. Звучить страхітливо, чи не так? С чего краще всего начинать новачкові? Лучше всего начинать с бега. Мягкий бег надо прежде всего, чтобы организм так называемо задышал. Задышал он в том случае, если человек начинает двигаться. Если он будет толкать ядро, организм у него не будет дышать. Поэтому медленный бег, всевозможные упражнения на растягивание. Ну, это самое начальное, самое главное. Але спершу не забудьте проконсультуватися зі своїм лікарем. Це вид спорту має ряд протипоказань. До чого треба бути готовим новачкові? Які проблеми його підстерігають? В першу чергу навантаження на коліна і суглоби. Але якщо збільшувати навантаження поступово, то все буде в нормі. Так чим же так корисна легка атлетика для здоров'я? Виходить кровіток в організмі. Звісно, починає працювати серце активніше і краще. І доходить до найменших капілярів, в чому найбільша проблема. Які у нас не насичаються кислородом в простій ходьбі, в рухі. Вони насичаються тільки, коли йде тривала робота, тривале потовідділення. І якщо працюють капілярчики найпоследні, тільки тоді організм починає дихати. Якщо ж лаври великого спорту не спокушають, а вираження «рух – це життя, а біг – це рух» для вас не пустий звук, то перед початком самостійних тренувань дотримуйтеся декількох рад. Найефективніший час для бігу – 11-12 годин дня. Річ у тому, що уранці наш організм ще не прокинувся, а увечері може наступити перезбудження. До вибору одягу для тренувань також потрібно підходити відповідально. Форма в настоящее время должна быть прежде всего, она должна быть удобная, она должна выполнять свои функции, то есть гигроскопичностью отвечать, она должна не впитывать пот. Поэтому в настоящее время, несмотря на то, что бытует мнение, что хлопчатобумажная и шерстяная ткань более комфортна и удобна, но это не так, потому что хлопчатобумажная ткань, она впитывает влагу, она не удерживает форму, не удерживает тепло, поэтому становится более тяжелой. И в настоящее время очень много фирм, которые разрабатывают форму из эластичной ткани. В частности, большой прорыв в дизайнерском изготовлении формы произвело, когда фирмы начали работать с синтетическим материалом, в частности, лайкра. Лайкра – это такой материал, который облегает к телу, который не сковывает движение, который эластичный, растягивается, в котором очень удобно и комфортно работать. Он не рассчитан на припуски, он рассчитан на облегание
к телу, и человек чувствует тогда свое тело очень хорошо. Лучше бегать, конечно, в тайсах. Раз спортсмены бегают так, значит, это действительно комфортно и удобно. Поэтому для жизни, естественно, у нас немножечко в нашей стране, во всяком случае, немножечко это неприемлемо. Потому что увидеть на улице человека 50-летнего, бегущего в тайсах, немножечко вызывает дисбаланс. Да. Но если учесть, что вся Европа, весь мир бегает только в такой, в штанах спортивных уже не бегают никто и нигде. Тривалість тренувань залежить від вашого віку і стану здоров'я. Але три рази на тиждень, приблизно по 40 хвилин, цілком достатньо для підтримки здорового способу життя. Якщо ж вам пізно починати займатися професійним спортом, але так хочеться знайти однодумців, вас чекає Миколаївський рух ветеранів легкоатлетів. В Миколаєві існує ветеранське движення, ну, в частності, я возглавляю Федерацію легкої атлетики ветеранів. У нас є определені успіхи, у нас є рекордсмени і міра, і Європи, і України. І це дуже здорово, що ми можемо привлечь в свои ряды людей, которые уже закончили активный спорт, но хотят хоть как-то поддерживать активный образ жизни. Ну а батькам активных детей радимо приводить своих чад на центральный стадион. Нехай направляют энергию в мирное русло. Есть группы, которые дети занимаются с 7-6 лет тоже легкой атлетикой, но это они просто играют, они оздоравливаются. То есть я хочу сказать именно вот этой фразой, что я только что сказала, что именно профессионально заниматься где-то с 12 лет, а просто приходить, играть, выполнять легкоатлетические упражнения можно хоть 6-7 лет, пожалуйста, без проблем. А главное, знайте, вы завжди можете прийти на центральный стадион и отримати професійну консультацію тренера з будь-якого питання. Нам часто подходят вот люди, которые просто наблюдают на стадионе за тренировочным процессом, подходят, что-то спрашивают, там какие-то рекомендации просят. То, что мы имеем возможность, имеем какие-то знания теоретические, практические, мы всегда этим людям помогаем. Якщо у нас захворіла спина, звело м'яз на нозі або неможливо повернути шию, що ми робимо? Ми масажуємо хворе місце або записуємося на прийом до масажиста. Чи правильно це? Дело в том, что если рассматривать организм как целое, то мы не можем выделить одну мышцу от другой. И мы не можем говорить, что напряженная мышца, необходимо массировать только напряженную мышцу. Есть две боли в позвоночнике. Если у вас боль острая, то понятно, что это прижатие или ущемление, как в народе называют, нервного спинномозгового пучка. И необходим не массаж, необходима медицинская работа, необходимо назначение медикаментозных препаратов, которые снимают боль, снимают воспаление и убирают отек. Поэтому, когда у вас есть острая боль, отдающая в ноги, отдающая в руки, острая боль, отдающая в область грудной клетки, массаж делать нельзя. Необходимо обратиться к врачу для устранения причин сдавления нервного пучка. Но очень часто у нас боли, у 80% людей боли так называемого рефлекторного характера. Что это значит? Это значит, что болят мышцы. И очень часто многие думают, что там, где мышца болит, там ее и необходимо разминать. И очень многие массажисты так поступают. Болит в шейном отделе, они массируют шейный отдел. Болит поясница, массируют поясничный отдел. Но очень часто это совершенно не так. И сделав 10 сеансов массажа, убрав мышечное напряжение в какой-либо мышце, мы потом с какой-то странностью думаем о том, что и чувствуем, что через месяц у нас появились опять-таки эти боли. Як правильно робити масаж і як нам вибрати масажиста, який робитиме те, що нам потрібне, а не те, що він знає? Вот мы говорим о том, что где-то что-то болит. Эта боль, как правило, не острая, это боль ноющего характера, такая ломающая. Эта боль связана с напряжением мышц. Давайте посмотрим, где у нас есть напряжение мышц. Если мы поберем девушку и начнем пальпировать, начнем нажимать, то мы увидим, что вот эта мышца правая, горизонтальная порция трапециевидной мышцы, несколько напряжена сильнее. Если мы сейчас надавим на Иру, то у нее возникает боль. Мы должны определиться, что мы должны делать. Мы должны расслаблять эту мышцу, мы должны массировать ее и потратить 10 сеансов массажа на расслабление. Или, может быть, эта боль связана с каким-то вторичной, может, проблема где-то в другом месте. Спершу масажист повинен визначитися з джерелом болю, знайти першу причину. Если мы посадим и произведем такое же нажатие, боль сильнее? Нет. Слабее. Хорошо. Если боль слабее, то мы должны определиться, за счет чего она вызвана. Если она ослабляется, то понятно, что она вызвана за счет того, что мы выключили
из опоры ноги. Поэтому мы будем понимать, что боль чаще всего у этой девушки возникает не за счет того, что напряжение здесь есть, а что где-то есть напряжение в ногах. Поэтому каждый из вас может сесть дома, и если есть такая проблема, взять ноги, приподнимая, согни ножки, и посмотреть, где, в каком месте возникает более глубокая боль. Если у вас есть где-то напряжение мышц, где-то есть, усиливается боль здесь или здесь? Да. Здесь боль. Значит, если боль здесь усиливается, то понятно, что мы должны отработать не только с мышцами горизонтальной порции трапециевидной мышцы, но необходимо отработать с ногами. Найти напряжение мышц, которые чаще всего и не участвуют, или наоборот напряжены. Найти напряжение икроножной мышцы или задней группы мышц бедра и попробовать их размассировать. Вот в этом заключается смысл профессионального массажа. Масажистові необхідно працювати не лише в тому місці, де болить, але й знайти зони, що провокують цей біль. Усім нам знайомий ниючий біль в поперековій області. Якщо це не стріляючий біль, що віддає в ногу, швидше за все проблема в напрузі задніх м'язів спини. Як з цим боротися? Як ми производимо наклони? Наклон совершается за счет прямой мышцы живота, за счет мышц брюшного пресса и за счет расслабления длинных мышц спины. То есть если у нас по каким-то причинам плохо работают мышцы брюшного пресса, то, понятно, нагрузка будет идти на заднюю группу мышц спины. И поэтому они будут напрягаться, поэтому здесь будет боль. И как только мы начнем с вами делать массаж, расслаблять эти мышцы, не расслаблять мышцы спины, расслаблять паравертебральные мышцы, и ничего не делать с мышцами живота, проблема не решится вообще. Поэтому делание только массажа без укрепления прямой мышцы живота, без качания пресса, как это называется, не имеет, в принципе, по большому счету, никакого смысла. Частенько у нас болить шия, але отримавши порцію масажу і вирушаючи у справах, біль знову повертається. Чому? У нас есть длинные мышцы и короткие мышцы. Если у нас есть слабость длинных мышц, то понятно, что позвоночник должен удерживаться за счет укорочения коротких мышц, которые держат наш позвоночник. И вот такая нагрузка на эти мышцы будет приводить к тому, что эти мышцы будут болеть. И очень часто, когда мы делаем массаж и расслабляем эти мышцы, мы уменьшаем боль, но как только мы начинаем ходить, как только там 2-3-4 дня пройдет, эти мышцы опять рефлекторно напрягаются. Поэтому основная задача, которая стоит перед нами для того, чтобы убрать нагрузку с этих укороченных мышц, необходимо начать работать с длинными мышцами, укреплять длинные мышцы спины, которые, взяв на себя нагрузку, расслабят те мышцы, которые у нас болят. Поэтому не только мы должны делать массаж, и не столько мы должны делать массаж, сколько мы должны работать в тренажерном зале, подойти к тренеру, и он покажет, какие мышцы необходимо нагружать так, чтобы компенсаторно снять боль. Это не только работа массажиста, это не только работа тренера, но это упорная работа еще и самого больного. Більшість молоді проводять вільний час або в нічних клубах, або вдома на дивані, в соціальних мережах. Ми не розуміємо, що відновити здоров'я набагато важче і що важливо дорожче, ніж його підтримати. Якщо ж ви вирішили потурбуватися про свій організм або мрієте про красиве і підтягнуте тіло, зверніть свою увагу на фітнес. Фітнес – це більше упражнення для жінок, які розвивають координацію, дихальну систему, підтягують мишці преса, ягодичні мишці, мишці бедер. В общем, розвивають більше жінський організм. Мужчини можуть їм також займатися, але для мужчини більш приємливе заняття в тренажерному залі, так как они способствуют лучшему усвоению полезных веществ, выработке тестостерона, и мужчина дольше остается мужчиной. Перед початком тренувань обов'язково відвідайте лікаря. При виборі фітнес-клубу не керуйтеся принципом «чим ближче додому, тим краще». Зверніть особливу увагу на статкування залу і, в першу чергу, на тренерський склад. Якщо ви вперше прийшли у фітнес-клуб, допомога тренера вам край необхідна. Саме він підкаже, з чого краще всього починати тренування і визначить оптимальне навантаження, що не несе шкоди вашому здоров'ю, яке, як відомо, треба довіряти виключно професіоналам.
Все наши тренера, это тренера не просто понаслышке, а это непосредственно люди, те, которые выступали, выступают и будут выступать на международных соревнованиях, на всеукраинских соревнованиях, на Ніколаївських обласних соревнованиях. Якщо ви бажаєте стати володарем здорового та гарного тіла, станьте їм. Ваша мрія може стати реальністю. Варто лише докласти трохи зусиль. І у фітнес-клубі «Алекс» в комплексі «Олександрівський» це знають, не почуться. У наступному випуску дивіться. Як правильно вибрати взуття для бігу, нам розповість Оксана Ілюшкіна, майстер спорту міжнародного класу, учасник Олімпійських ігор в Афінах, фіналіст Чемпіонату світу, призер Чемпіонатів Європи, неодноразова чемпіонка України. З яких вправ краще всього починати новачкові у фітнес-клубі? На ці та інші питання дасть відповідь Дмитро Жвавий, майстер спорту міжнародного класу по пауерліфтингу і віджиманню штанги лежачі. А також нас чекає школа масажу від доктора Авербуха.